епископ, Владикавказский Иланский Герасим совершил заупокойную панихиду в стенах Бесланской школы номер 1. За богослужением молились родные и близкие пострадавших в Бесланском теракте. По окончании богослужения владыка Герасим обратился к верующим с архипастырскими словами сочувствия и утешения. Это такая рана, которая не лечится временем. Такая скорбь и такая боль, которую умягчить, наверное, может только Господь. Поэтому будем молиться Господу о всех здесь невинно убиенных на этом скорбном месте. Вот. И главный смысл этой молитвы, конечно, в том, чтобы нигде больше никогда ничего подобного не повторялось. Низкий вам поклон, что вы несете на своих плечах это испытание, вот, что вы не сломались, вот, что Господь, вы остались с Господом, и Господь, как сказано, отрет всякую слезу. Храни вас Господь. Правящий архиерей осмотрел строящийся храм Воскресения Христова, расположенный на территории Бесланской школы. Посетил подворье Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, расположенное в Беслане, и храм Святой Великомученицы Варвары. В подворье в теплой обстановке состоялась встреча епископа Герасима с представительницами комитета Матери Беслана. Пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии.